Константиновке, где в результате наезда МТЛБ украинских военнослужащих погибла 8-летняя девочка, продолжились выступления против оккупации населенного пункта украинскими военными. Жители Константиновки собрали стихийный митинг и потребовали вывода украинских военных из города. К людям вышел секретарь Константиновского горсовета Юрий Разумный. Он рассказал, что 17 марта в Константиновку приезжал губернатор области, замминистра обороны, главный военный прокурор. Разумный пообещал жителям, что боевая техника не будет впредь ездить по городу и раздражать население. Военная автоинспекция будет сопровождать колонны техники в случае, если боевая техника должна будет пройти через город. По словам секретаря горсовета, лица, виновные в ДТП, задержаны. В настоящее время проводится экспертиза. Их будут судить. Он признал, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения устанавливается. Юрий Разумный стал утверждать, что военные с оружием ходить по городу не имеют права. Однако люди эмоционально напомнили чиновнику, что это в Константиновке происходит сплошь и рядом. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко осудил действия украинских военных в Константиновке. То, что украинские военнослужащие насилуют наших женщин, это правда, это все знают. То, что они пьяные расстреливают местных жителей, даже находясь на тех территориях, которые они контролируют, да, это тоже правда. Это очередной факт того, что пьяный солдат сбил семью, убил девочку. Поверьте, как любой мужчина. Наступает тот момент, когда ты начинаешь понимать, что уже хватит терпеть. Люди просто гнев исходит, да, вот это вот, они уже вышли на демонстрацию, на забастовку, на этот митинг. Ну, его подавили силы. Да. Такие митинги проходили не только в Константине, как пошел знали. Такие митинги были в Мариуполе, и Славянске, и Краматорске, и Великоновоселовке даже был такой митинг. На всей территории, которую оккупировала Украина, такие митинги случаются. Мы не воспринимаем власть как нашу. У нас есть одна, Донецкая Народная Республика. Что бы ни происходило только в Киеве, какие нибудь законы там не подают, это еще факт подтверждает, что они не хотят нормально жить, они хотят воевать.